Предоставление в аренду еще одного земельного участка по областной программе импортозамещения. Аренда за 1 рубль согласована Министерством имущественных отношений Московской области. Земельный участок в Одинцове площадью порядка 1 гектара предоставлен компании по выпуску вешалок для одежды для расширения производства. Строительство новой площадки позволит создать перспективы для дальнейшего развития и расширения производства. В рамках проекта планируется выпуск пластиковых вешалок и фурнитуры в ассортименте более 150 товарных позиций с возможным объемом выпуска до 3 миллионов вешалок в месяц, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.